Опа, есть. Как я вовремя. Два тела. Одно сюда бежит, другое туда. Нормально попал, он убежал. Nice days. Так, вон там чувак, походу, внутри. Да, они уже там, в лагере. Они в палаточном. Выходи давай. Минус. Где-то он сидит, короче, в кустах, мне кажется, прям. Вот инфосотка нахер. Короче, идем раш, нет. Кто за раш, плюс ставьте. Кто нет, минус. Если нет, тогда отойдем пока. От седого. Либо будем сидеть, ждать. Ждунство включим. What the fuck это было? What the fuck это было? Дейс, ты меня вообще не перестаешь удивлять. Жесть. Опять регистрация урона 0 была. Я думал, что все, у меня сейчас пукан сгорит. Кто стрелял? Я еще не зашел даже. Тоже. Зажил. Кто-то есть уже тут. В каком районе? В районе диспы вроде. О, диспы это штаба. Так, у меня в центральном есть тело. В третью перехожу. Я бегу к вам с больничкой. Да, есть на первом этаже. С твоей стороны, кстати, Тимох. По мне? По мне стреляется взлет. А даже с этой. Байт зомбаре бегает. Да-да-да. Около центральной, не вижу его пока с нами. Короче, меня на больнице тело. Отстрелять можешь без глушки? У меня просто, блять, это... Я его, ну, да. Вижу, но я не слышу еще, мне кажется, здесь еще кто-то есть. Он, короче... Убил его. Хорош. Положил два. Двух минус. Минус два. Рядом. Ох, нихуя себе. Где-то здесь прямо вот. И как вот мы бежим как раз с милитари. Не-не-не, даже вот здесь, где я обычно поднимаюсь, где-то вот здесь прям. Либо Волга. Они у разлома где-то торчат. Либо за деревом, либо еще где-то. А, это нормально. Вижу, еще тело бежит по ручью. Прям посередине, грубо говоря, где-то. Вижу, вижу. Это не он справа от ручья наверх поднял. Ближе к выбору. На сарайке лег. Бля, я не понимаю нихуя, где тут что-то деревья делали. Вот где сарайка. Через ручей вверх он там. Лежит, как будто кого-то целит. Сел. Сидит, кого-то в нашу сторону смотрит. Скорее всего, увидит тебя. Я отошел. Обратно возвращается. Раз, двое, трое, три тела. Обратно бегут туда же, Сань, видишь?
Нет, я бегу ко мне, уже подбегаю, мне уже поздняк метаться. Вижу. По мне, спираль. Все, по мне гасит. Это другие, это не они стреляют по тебе, Сань. Это они. Нет, их трое, я вижу, они бегут, не стреляют. Вот они ко мне сейчас идут прессовать меня. Ты по ним или кто? Нет, не я. Не я. Ну, а с моей стороны сейчас были глушок. Я же говорю, другие потест. Отходи, Санет. Отсюда, от забора где-то от меня стреляют. Минус один. Не вижу никого из них. Минус два. Еще третий должен быть. Он может из Кэта уйти, к Волге. Оттуда вы меня высматриваете легко вообще. Вот стреляет опять. Не с моей стороны. Вообще выстрел. Вижу его. Подожди. Поле стоит. Теперь с моей. По вам, Сатя? Возможно, убил. Лег он. Либо лег, либо... Да все, я убил уже его давно. У дерева? Да. Минус три. Можешь, конечно, посидеть какое-то время, может быть, кто-то появится, но что-то такое сомнение у меня есть мутное. Что я уже сколько бегаю, ни одного выстрела вообще не было. Хотя, как сказать... Куда он появился-то? Хотя нет. Лол. Хуа-хуа, там тачки ездят. Понятно, это випа. Значит, я где-то пробежал. Всем привет, кстати. Так, все, я тут.
мальчик я. Сори, эмоции. Вот, это вот этот чувак, которого я тогда не добил. Это вот он. Он, короче, сидит как раз напротив третьей. Ой, в третьей, точнее, он сидит. Блин, я думал, тут будет видно. Нет, не видно, не видно. Опять их двое, блядь. Калочишь тут все. С Тамарой ходим парой. Мне надо вообще отсюда уходить. Мне надо идти лечиться тупо. Слышали, как Чуко доставал? Мне показалось, ко мне что-то как будто залетело, я же охерел. А это листва летает, блядь. Вах-вах! Откуда не понес сандалит, просто я не понимаю. Пойдем на мельтр сходим. Где второй? Куртку можно замочить. Но не в этот раз, походу. Ладно.